Я обращаюсь к главам муниципалитета. Вы знаете прекрасно, что по нашим законам, по нашим традициям, какая-то часть или, может быть, даже большая часть из погибших нуждается в захоронениях в своих родовых селах. Я попрошу вас всех оказать незаурядную помощь здесь. То есть не помощь оказать, а взять на себя нагрузку по захоронению и отданию соответствующих ритуальных услуг. И, пожалуйста, не ждите в этом отношении никаких историй. Мы единый народ, мы единая семья, и давайте отнесемся к этой трагедии как к своей собственной.